Краткий обзор лодочки Reef Triton 390F с Yamaha 15 и с подключенной дистанцией. Вот так вот подключена дистанция. Был снят румпель, потому что он ни к чему. Чтобы снять нагрузку, проведена проводка. То есть вот это вот у нас на тахометр идет и на кнопку стоп проводка. Это у нас на зарядку аккумулятора идет. Здесь вот сумочка. В сумочке вот здесь аккумулятор идет. От аккумулятора питается эхолот. Вот датчик эхолота универсальный. То есть когда идешь, он вот так вот. Когда пришел, ты его опускаешь вот так вот вниз. Вниз его опустил. И он вот так вот. Потому что если идти его в таком положении, от него идут брызги, идут на мотор и забрызгивает мотор. То есть надо идти с поднятым датчиком. Может быть, в дальнейшем установлю его как-то по-другому. Но пока меня вот так устраивает. Дальше пошла проводка на консоль. Два капитанских кресла. Два капитанских кресла. Вот на таких стойках. Стойки себя зарекомендовали очень отлично. На волне все держится, его коврик внизу. Здесь дистанция. На дистанции, значит, вперед. Скорость включилась, газ пошел. Газ реверс. Также назад. Скорость включилась, газ пошел. Все работает, все уже проверено. Все, это нейтральное положение. Тут же выведена кнопка стоп. Такой вот у меня браслетик на руку. Все работает. Здесь же эхолот. Вот он сейчас включен на аккумуляторе. Здесь же идет на этот тахометр. Моточасы. Вот 90 моточасов я прошел. За второй сезон только начался. Ну, нормально. Ну и сам штурвал. Здесь держатели для удочек. Самопальные тоже сам делал. Ну, неплохо себя делать. Очень удобно сидеть в этих креслах вдвоем. Идет она хорошо все. Ну, вот такой вот краткий обзор. Вот такой вот винт я себе приобрел. Для моря нашего самое то. Вот такой вот винт я себе приобрел. Металлический. 10-й. Для моря мне самое то. То есть скорости немножко потерял, но зато тяга на нем очень лучше, чем на 11-м. Ну, такой краткий обзор. Специально для Олега. Санкт-Петербург. Водомоторная техника. Всем привет, всем удачи на воде. До встречи. Будут еще скоро видео. Ждите.